Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в растения против зомби 2. Кстати, смотрите, у нас сегодня какой-то праздничный ивент. Тут у нас клубничка, все дела. Фейерверки, а тут аж целая коробка фейерверков. Давай посмотрим, мне интересно, кто здесь будет. Наверное, вот эта клубничка и будет разыгрываться. Хотя вряд ли, я что-то не видел там в доступе какой-то клубнички. Так. Ого. Сразу вспоминается, ребята, игра. Ух ты, клубничка есть, оказывается. Ой, а что она такая маленькая? Почему она такая-то становится? Она же вроде выглядит совсем по-другому. Так, идет зомби-сосиска. Короче, напоминает мне сразу игру «Растения против зомби-герои». Помните, да? Этих сосисочников. Они имеют способность прочерк. Да что ж такое, клубника созревает что-то очень долго. Ну и что будет, когда она созреет? Эй, сосиски-то подходят уже. Клубнички, давайте. Вот, созрело. А-а-а, вот что. Нужно кликать на нее, чтобы она сработала. А работает она как катапульта. Ух ты, и она заново растет. Слушай, так это ж круто. Сейчас мы тут с вами все. Ух ты, они даже надгробие ломают сразу же, прикинь. Классные клубнички. Так, я хочу себе ее, если честно. Созревает, конечно, долговато, но. Ой, ой-ой-ой. Там зомби, ребята, с фейерверками. Я их тоже помню, этих зомбарей. Так, давай, поехали. Бумс, бумс, бумс. Давай, давай, давай. Вот этих нужно уничтожить. Шикарно. Да, зомбики получили свое. А это, помнишь, у нас зомби с фейерверком, который наносит 1 единицу урона себе. Ну, я имею в виду и зомби, и растениям. Это я имею в виду из игры «Растения против зомби-герои». Так, подожди, подожди, подожди. Вот тут чуть не продинамил вспышку. Все, отлично. Так, давай-ка сюда, наверное, поставим. О, стали у нас тут. Давай замедляем их. А что будет клубничка делать под удобрением? Нет, посмотрим чуть попозже. Чуть попозже мы с тобой это глянем. Ой-ой-ой-ой, тихо-тихо. Откуда вы так спрыгнули-то? Мне прям на голову практически. Слушай, радиус поражения у клубники очень большой. Так, ну что, наверное, пора посмотреть. Хотя там будет, наверное, гаргантюа повар. Хотя мне по барабану. Вон он идет. Бу-бух, ничего себе. Разруху мы тут сделали. Ну-ка, давай еще разок. Смотри, большая клубника такая. Бамс. Да, но лучше, конечно, применять ее, когда эти гаргантюа будут рядышком стоять. Так, атакуем, атакуем, атакуем. Клубнички. Да чтоб тебе, ты посмотри, что происходит, ребят. Надо еще бомбануть. Вот. Так, одного гаргантюа забомбили. А вот это вот, как нам с тобой уничтожить? Клубника моя. Понятно. Не хочет, да, его уничтожать. Ну созревайте вы, родные мои. Ну что же вы так долго так. Хорошо, что у меня здесь есть защитники такие в костюмчиках. Вот, созрело. На тебе. Еще поставим сюда защитника, а будем отталкивать его. Все, друзья мои, ну слушай, прикольный ивент, мне понравился. Так, и что же мы тут можем с тобой найти? Клубничку, ты посмотри. Так, ну какой чертополох. Ай, 3 клубнички. Интересно, это растение донатное или можно его действительно заработать за этот ивент? М? Давай еще раз взыграем. Ну что, друзья мои, я готов. Давайте посмотрим, готовы ли зомби. Я думаю, у них шансов нету. Также быстренько их распишем. Да, созревает, конечно, долго клубника, но бомбит божественно. Так, идут, идут охламоны. Давай-ка сюда еще одну клубничку поставим уже, как говорится, на запасик. А ну-ка еще одну. Так, клубничка, ты будешь созревать у меня, а? Они же уже рядом. Они уже рядом. Нет, не хочет. Это уже созрело здесь. Так, поехали. Пли, как говорится, да? Нормулька. Так. Будем ждать, пока их будет очень много. Чтобы они в кучку вставали, да? И вот так вот их. Опачки. Так, что у нас там созревает? Волна, что ли, будет сейчас? Да, будет сейчас волна. Нечего вам тут делать. Так, сосисочники. Пошли прочь. Давай, 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 клубничка. Зажигай. Так, здесь тоже нужно. Так, на всякий случай поставим защитник сюда. И еще по клубничке.
Этих минусуем. Слушай, а у нее, по-моему, радиус поражения как у... Знаешь кого? Как у мины. Да? Точно такой же, в принципе. Давай-ка тут, наверное, замедлим. Опс. Ну давай, давай, отталкивай этих хламонов. Давай сюда бомбанем. И туда вдаль. Шикарно. Врубим с тобой замедляшку и будем уже атаковать. Классно. Просто мне хочется еще получить себе немножко клубничек. Ага, а, тихо. Может быть, нам нет, пока потерпим. Пока все это терпимо. Уйди отсюда, начинает тут мне на нервы капать. Так, надо вот этого гаргантюа нам как можно быстрее бомбануть. Поставим с тобой сталью, чтобы она их замедляла. И защитничка сюда влепим. Так, клубничку. Ах ты, гаденыш, он там бросил. Не-н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 е. Фух, повезло нам. Ну, давай удобрение, наверное, применим с тобой, да? А куда его применять? Они ко мне даже подойти не могут. Бабах. Клубника, почему ты так долго созреваешь, а? Объясни-ка мне на милость. Есть, минус один гаргантюа. Тихо, не надо тут. Все, друзья мои, четенько у нас получилось. Давай смотреть, какая у нас тут будет награда. Дайте клубничку. Вот, еще три клубнички, три кактуса и 1500 монет. На этом ивент наш заканчивается. Ну что мы будем теперь делать? Во-первых, надо сходить к себе на огород и посмотреть, что у нас там созрело, не созрело. Может быть, кого-то можно взять. Вау. Денежку мы с тобой взяли. И сажаем капельку. А здесь у нас... Ага, свекла. Этих ребятульчик забираем к себе в копилочку. Всех абсолютно. Так, Жужу, полей мне эту капельку, пожалуйста. Спасибо, 30 минут, правда, всего лишь. Так, а здесь нам что-нибудь дадут? Что-нибудь купить нам можно здесь? За игровую валюту? Не, ничего не дают. Магнит. Ага, магнит. Кстати, вот этот орех, наверное, надо... А, не хватает, да? Не хватает у меня денег, чтобы приобрести маг... Нет, я вот буду этот... Галактический орех брать. Так, ну тогда давай заглянем быстренько с тобой на арену. Что у нас там творится? Кстати, ребята, я... Да подожди, это не это мне надо. Вау, награда, друзья мои. Все-таки я перешел на серебряную лигу. Я получил... Ну, я зашел в тройку лидеров. И смотри, 1500 голды, 48 гемов. Хм, отлично. Так, ну ты видишь, да, сколько у меня кубков? 261. Точнее, корон. Корон, да, конечно же. И я посмотрел, что делает вот это растение, друзья мои. Это растение, помните, был такой, ну, типа подсолнух, который нам дает солнце, да? То есть мы можем ставить его и сверху любое растение посадить. То есть вот этот чувачок шпарит огнем. Мне понравился, в принципе. 20 дней у нас осталось до истекания срока вот этого ивента. Ну, 20 дней это прилично. И за то, что я вот здесь, ребята, прошел, да, мне дали 70 вот этих росточков. То есть я их даже, по-моему, пропал до второго уровня. Так, ну что, я, наверное, сейчас посмотрю рекламку, да. Наберем с тобой перчаток и попробуем поиграть на ареночке. Ну что, друзья, насмотрел я на 4 перчатки. Поехали. И я выработал для себя некую стратегию. Сейчас я вам покажу, как она выглядит. Олик 32 против нас. А я выберу своих ребятулек. Смотрите, что я делаю. Я беру стопе. Подожди, а почему? А, видите ли, наверное, потому что дают вот это вот растение. Тогда я даже не знаю, будет ли эта тактика теперь работать. Они без ульты у меня. И будет намного сложнее. Ладно, я попробую. Твою ж налево, будет сложно. Так, эти гиганты у нас еще ледяные, да? Надо будет брать вот это вот. Но здесь нету бизонов.
да, и зомби, которые перепрыгивают. Но здесь есть вот эти вот летающие. Может быть, нам даже здесь придется брать клевер. Хотя я не уверен в этом. Наверное, придется нам брать огненную катапульту. Да, она как раз хороший урон наносит ледяным. Или же лаву-гуаву. А, тут еще вот эти вот есть, которые будут вызывать своих вот этих хорьков. Да, по-моему, хорьки их величать. Я даже не знаю, блин. Вот они изменили все. Может быть, лужайку взять вот эту вот. Нет, возьмем с тобой вот так вот. Ну что, рискнем. Ребята, стратегия, короче, меняется. Поле остается боевое то же самое, да? Но эти у нас поменялись. Поэтому давай выставлять с тобой подсолнухи изначально. Дальше мы поставим с тобой вот это вот растение и мины. Слушай, нам, наверное, везде надо будет выставлять их. Так, сделаем сюда, поставим. Вот сюда и вот сюда. Как бы прикроемся. Плюс ко всему нам надо будет поставить с тобой электрокамыш. Один сюда влепим, второй поставим вот сюда. Плюс снапдрагон, пускай будет здесь стоять. И мину, наверное, еще одну влепим сюда. Вроде бы как бы защитился, но зомби на кондорах, они могут перелетать вот эти вот указатели. Ладно, давай посмотрим. Будем с тобой смотреть, что у нас из этого вообще получится. Также у нас есть три удобрения. Вон, видишь, этот хорек идет. Почему электрокамыш я и поставил именно против них. У него, он ничего себе, он уже там стартует. Ага, спасибо. Так, давай сразу уставлять с тобой. Может быть, нам уменьшить этих гаденышей? А, у нас же... Хотя нет, все нормально, ребята. Я думал, что не сработает. Но все, как видишь, работает. Блин, заморозка. Значит, они будут замораживать у меня, да, здесь? Блин, здесь я немножко просчитался, получается. Давай срочно с тобой поставим сюда еще одну мину. И ее размножим. Окей, еще размножим. Также мы их уменьшим с тобой. Блин, ребята, мои подсолнухи все заморозились. Так дело не пойдет. Их нужно размораживать. Иначе у нас энергии с тобой не будет. А если не будет энергии... Воу-воу-воу-воу, летит. Вот он, друзья мои, этот кондор. И вот они, гиганты эти здоровые. Блин, они что-то тут... Ну, это перебор. Это перебор, ребята. Опять этот кондор, а? Слушай, мне нужно... Ну, мне нужно срочно их размораживать. Вон они, эти снежками бросаются. Вот они как раз и замораживают мои растения. Слушай, по-моему, тут фейл. Тебе так не кажется? Немножко я просчитался, конечно, со своей вот этой стратегией. Но я не знал, что здесь будет именно так все выглядеть. Мы проигрываем с тобой. Давай-ка, наверное, так вот сделаем. Я рассчитывал на наши подсолнухи, а ты видишь, что они все в заморозке просто-напросто находятся. Все, абсолютно. И мне даже здесь ничего не сделать. Угу. Печалька. Да уменьшитесь вы, ё-моё, в конце-то концов, а. Да, офигительно, мы с собой проигрываем. Просто офигеть как. Наверное, нам надо будет, блин, брать клевер, что ли, я не знаю. Всех заморозили. Немножко неправильно я сделал. Ладно, будем переигрывать. Как говорится, ничего страшного, мы с тобой еще, как говорится, далеко не ушли. И надо что-то новенькое здесь придумать. Ну все, ребят, тут фейл. Ты сам прекрасно видишь, они меня просто прожали здесь. И во всем, в принципе, виноваты вот эти вот чудики, которые бросают снежные комочки и замораживают мои растения. Сейчас заодно посмотрю, что применял наш оппонент. Какие растения. Может быть, исходя из его колоды, составим свою. Точно, друзья мои, конечно же.
Огненный горхострел нам пригодится. А также он брал имитатора, судя по всему, и лаву гуава. Ну, в принципе, я, да, догадывался, что здесь нужны именно огненные растения. Но, видишь, немножко хотел по-своему сыграть. Ладно, давай сделаем так же. Возьмем с тобой огненные горхострелы. Они будут, соответственно, своим жаром отогревать другие растения. Так, поехали. Снапдрагон здесь, я так понимаю, вообще не катит, не рулит. Вот перец халапеньо, в принципе, мог бы помочь нам. Так, огненный горхострел, лава гуава, мина. Наверное, все-таки она пригодится здесь. Так, кто у нас еще здесь из огненных? Ну, в принципе, вот этот тоже был бы неплох, Дейзи. Так, подсолнух надо взять обязательно. И... вишню. Вишню. Интересно, будет от нее толк? Но без камыша тоже плохо. Хотя, если мы вот этих выставим, да, эти хорьки пройти не смогут. Блин, перец. Нет, перец это... Точнее, не перец, а... бобы нам здесь тоже не помогут. Даже не знаю. Как бы, в принципе... лучшего здесь ничего не найти. Ну, единственное, что да, можно взять Дейзи. Попробуем. Ребят, посмотрим, сработает ли вот такая тактика. Здесь нам придется с тобой сделать вот так вот. Хотя зачем? Мы с тобой сделаем вот так. Нам нужны будут подсолнухи. Пускай они здесь будут отогреваться сразу же. Сюда поставим мину. Так, этого чудика влепим. И Дейзи. Дейзи должен стоять здесь, чтобы их можно было, как говорится, обездвиживать. Не уверен на 100%, что это все у нас получится. Но попытаться-то все равно надо. Ну что, поехали? Посмотрим, что у нас из этого получится. Да ладно, сразу каких-то вшивых куриц послали против меня. Представляешь, а? Да. Что-то как-то опять не задалось. Так, лава гуава. Да ну хорош. Серьезно, что ли? Куда вы идете? Давайте вот так вот, на миночку. Всех на минку. Надо было ее продублировать. Подожди, а что он не отогревает? Отогревать же должен. Нет, он только отогревает, когда стреляет, оказывается. Ё-моё. Давай лаву гуаву сюда влепим. И мину сюда поставим. Так, подожди, такой расклад меня не устраивает. Ну вот куда ты вот прёшь, а? Куда ты прёшь, я спрашиваю. Без Дейзи тут как-то будет сложно. А ну-ка, влупи. Да ну. Блин, сейчас съедят, а. Да что ж ты будешь делать-то, а? Что-то не получается. И опять по очкам у нас не особо все хорошо тут выходит, да? А это я уже не могу поставить, получается. Ну-ка. Да почему ты их не можешь сжечь-то, господи, я не понимаю. В чем проблема-то? По идее, должен их сжигать быстренько. Но нет, он стоит там, сопли на кулак наматывает. Да, против этих хорьков все-таки электрокамыш лучше работает. Как по мне. Кто там? Что там за шурши? Кто там идет? Гаргантюа, что ли, идет? Воу, водяной гаргантюа идет. Блин, поставил-то не то, что нужно еще, а. Давай ты, Дейзи, господи, ну. Он же идет, гаденыш. И сейчас. Сейчас тут начнется расколбас. Лаву-гуаву срочно выставляем. Ну, ага. Справились, да, мы с ним? Так, здесь немножко заморозил уже. Он уже заморозил.
Так, этих подожгли. Давай сюда, вот прям в кучу эту лавгового пацана. Вот вся проблема в этих, которые комки бросают. Снежные. Ну, тут понятно, тут сейчас съедят мой горохострел огненный. Как-то нужно бороться против того, чтобы нас тут замораживали. Ну, победа здесь будет за нами. Но, конечно, сложно, сложно. Надо как-то до идеала здесь все это догнать. Он применял вот такую вот тактику. Ну, как видишь, она не очень хорошо здесь срабатывала. Хотя у него тут растения первого и второго уровня. Ну, третий уровень здесь. Но мы с тобой в любом случае получаем перчатку. Мы отыграли, да? Одну перчатку, которую потеряли в самом начале игры. Где пробовали. Как же нам сделать-то против того, чтобы нас тут не замораживали? Что можно здесь придумать? Где я тут вообще нахожусь? На каком месте? На седьмом, да? Тут уже кто-то Сандова имеет 20 корон. Катапульты огненные. Но от них тоже никакого толка не будет, наверное. Или будет? Они бросают катапульты. Ну, точнее, ядра свои вот эти вот огненные, да? Как лучше-то? Ладно, давай еще разок что-нибудь придумаем. Но мина, в принципе, хорошо нам здесь помогала. Дейзи тоже нам помогала неплохо. Это я не могу ничего сказать против нее. Тут, короче, выбор. Либо мне взять огненную катапульту, вот эту вот, второго уровня. Либо мне взять все-таки Дейзи второго уровня. И самое главное, чтобы не замораживали мне подсолнухи. Ой, ладно, давай еще разочек рискнем. Старую, как говорится, колоду выберем. Блин, электрокамыш нужен был. Да, электрокамыш, только вот вместо кого? Без понятия. В принципе, тут все хороши, все нужны. Давай сделаем так. Сюда влепим. Горохострелы огненные. Но они хороши, согласись, они хороши. Тут ничего не поспоришь. Ну что, попробуем еще разок. Сейчас эти, да? Ну, курицы побежали. Так, а если я таким вот образом сделаю? Во! Совсем другое дело. Лаву гуаву сюда поставим. Она тоже здесь хорошо. Блин, а что, огненный горохострел не... Понятно, ребят. Он не... Нет, растаивает, но очень долго. Очень долго эта тайка работает. Так, подожди-ка. Нам нужно Дейзи. Блин, сейчас... Нет, пока все хорошо. Спасибо за энергию. Так, давай сюда лаву голову поставим. Сюда вот мину влепим. Так, вон они, эти чувачки с комками пришли. Ну, взорвись ты, господи, или сгори там, я не знаю, что-нибудь-то сделай. Так, лава гуава здесь нам поможет. Что, не помогла, что ли? Должна была помочь, блин. Этот хорек летит, смотри. Хорек летит, бежит. О-о-о-о, тут смотри, все съедает на своем пути. Они все поедают, блин. Короче, мало того, что у нас заморозка, да? Так нам нужно еще против этих хорьков что-то придумать. А вот что, я пока даже ума не приложу. Как нам здесь с тобой, ну, это все дело провернуть? Давай лаву-гуаву. И кондоры эти фиговые мешаются только очень сильно. Так, тут у нас две мины, да, если что, стоит. Ну вот смотри, смотри, что делает, а? Вот хмыреныши, а? Вот хмыреныши. Давай сделаем так и вот так. И Дейзи, говорю, сюда поставим еще. Офигеть, там расколбас идет. Ты посмотри, какой же лютый просто расколбас. Давай срочно против этой... Против этого гаргантюа нам нужно... Ой-ой-ой, что нам нужно? Нам нужно все, что можно применять здесь. Так, сделаем. Взорвись на мине, отлично, взорвался, да? Так, еще лаву-гуаву сюда поставим.
Так, ломаем. Мы их ломаем, ребята. Мы их пока побеждаем. Так, еще Дейзи. Дейзи вот сюда, наверное, мы с тобой поставим. Ай-яй-яй, опять этих хорьки. Ну, тут нам помогла Дейзи. Она, видишь, их застанила, и в этот момент мы их расстреливаем. Довольно неплохо. Довольно неплохо. Что у нас там по очкам? 210 тысяч. Все равно этого мало. Рекорд какой-то маленький. Но главное, что здесь победа. А что он делал? Смотри, он брал ледяную огненную катапульту, да? Третьего уровня. Грушу он брал здесь. Вишневую бомбу. Но почему-то ему это ему не помогло. То есть моя стратегия пока, ну, получается лучше. Уж не знаю, насколько лучше. Там разница всего лишь сколько? 80 очков было. 80 тысяч очков. Ну, поехали. У нас еще с тобой есть перчатки. Может быть, все-таки доведем как-то до идеала. Хотя... И я в этом не уверен. Так, ладно, берем с тобой. Я не знаю, нужен нам электрокамыш против этих хорьков или же нет. Вот против кондоров хорошо было бы, вот, конечно, взять клевер. Но он, сам понимаешь, он только сдувает и все. Так, значит, лава гуава. Катапульту, что ли, эту взять, я не знаю. Она меня соблазняет, катапульта эта. Так и напрашивается: Рэй, возьми меня, катапульточку мою. Не знаю. И хочется, и колется. Без мины, конечно, будет очень плохо. Мина здесь наносит колоссальный урон, и они тут просто тучами падают. Интересно, вот этот вот... Где у нас? Вот это вот... Нет, Дейзи. Дейзи возьму. От зомби, мне кажется, здесь, ну, вообще толку никакого не будет. Хотя, если, например, его поставить посередине, да, и вызывать постоянно Гаргантюа этого... Как его там звали-то? Соевый. Соевый Гаргантюан, да, он был бы, наверное, хорош. А знаешь, как мы можем с тобой сделать, чтобы у нас не замерзали растения? Мы можем выставлять вот этих вот, да? А на них уже выставлять подсолнухи. Но это слишком много трат. Именно по энергии получается. Очень много трат. Поэтому все-таки будем, наверное, пока придерживаться своей старой школы. Так, давай сюда. У нас там, блин, у нас не хватит с тобой. Так, сделаем и вот так. Для начала, ребят, поехали. Так, сейчас опять эти, да, курицы побегут же. Ну, естественно. Естественно, курица. Курица сразу сгорает, поэтому пока все хорошо. Так, что он там? А? Нас уже переплюнули, а тут мы переплюнули. Так, тихо, тихо, тихо. Вот эти... Вот они, хорьки эти. Ну, спали ты этого хорька. Все, молодец, красавчик. Дейзи нам нужно сюда посередине поставить. Лава-гуава сработала. Так, мину. Так. Это пока, чтобы нам тут, ребят, хотя бы получить энергии. Побольше, да? Лаву-гуаву не туда поставил, куда надо, а? Зачем так надо было делать? Оу, там чувачки эти толкают уже... зомбарей. Тоже не очень хорошо для нас. Давай, 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 давай. Что, не срабатываешь, что ли? Так, энергия. Давай сюда сделаем мину. Ну вот куда ты летишь, а, паршивец? Летит. Дейзи, помогай. Да как ты мне тут поможешь, скажи, да, Дейзи? Как я тебе тут помогу? Хотя помогает. Да, помогает вполне неплохо. Опять эти, да, комочки свои бросают. Давай сюда лаву-гуаву влепим. И мину вот сюда поставим. Мину, наверное, мы еще с тобой вот так вот размну... Куда ты бросил-то? Господи, зачем ты... Зачем ты мне ее бросил не туда, куда надо? Конечно же, вот, ребята, ее тут заморозят сейчас. Ну, взорвись. Мина, взорвись. Что-то они не успевают тут. Во, отлично. Получилось то, что нужно. Вся проблема в энергии. Лаву-гуаву я выставил туда. А почему у нас здесь... Кто здесь поуничтожал нам на нижнем ряду всех, а? Ну дайте энергии-то хоть. Блин, все подсолнухи заморозились. Там этот с хорьками идет, а?
Там идет чудик с харьками. Давай сюда поставим и мину. Мина не дожила, к сожалению. Так, давай. Сюда. Дейзи. Там уже идет этот охламон, что ли, да? Гаргантюашник бежит. Да, именно он. Именно он. А как мне тут сделать? Ну давай я так попробую, наверное. Лава-гуава. Ну вот сюда ее поставим. Практически на пределе мы со своим оппонентом идем. Нога в ногу, кажется. Рука в руку. Ну, Дейзи нам здесь очень хорошо помогает. Ты смотри, что она делает. Она выплескивает свой вот этот дым, который станет противников. И за счет того, что они стоят, мы можем что-то здесь успеть сделать. Небольшой, конечно, отрывчик, всего лишь в 40 тысяч. Но главное, что победа за нами, и мы получаем с тобой две пиньеты. А уже что в этих пиньетах, будем смотреть. Ну-ка. Так, 10 бонг-чоя мы с тобой зарабатываем. Кстати, бонг-чоя я прокачал до 3 уровня. Ух ты! А этот чувак донатный, да, у нас? Gold Bloom. Наверное, он донатный. То есть, ну, за реальные деньги покупается. И просто так его не получить. Так, следующий бой у нас с тобой. Ух ты, смотри-ка, какая тут пиньета классная. Огненная. Даже, кстати, я уже, ребят, на втором месте. Ну что, будем рисковать? Как будто у нас есть выбор. Давай-ка мы, у нас 5000 с тобой есть денег. Мы можем, например, что-нибудь купить. Или оставим с тобой, чтобы не проиграть. А там, по-моему, нельзя применять. Да, там нельзя применять эти, ребята, суперудары, я имею в виду там огонь. И, кстати, у нас 277 корон. Нам надо с тобой набить 23 короны, и мы получим растения новые. 23 короны, но сейчас, конечно, не получится все это сделать. Максимум, что нам светит, это 10 корон. И потом еще 13. Да. Ладно. Ну что, по старой школе, да, пойдем? Пойдем с тобой, наверное, по старой школе. Пока она вроде бы неплохо нам помогает. Но единственное, что не могу пока понять, как уничтожать этих хорьков. Можно, конечно, брать вот это растение. Оно уменьшает всех, да. То есть и курица сразу исчезает, и хорьки. Но потом ждать, когда оно откатится от... Там эти хорьки практически бегут без остановки. Поэтому, наверное, все-таки будем делать, как у нас было. Огнестрелы. Лава-гуава. Мина. Так, и Дейзи. Да, вот так вот. Погнали. Ну что же, вначале подсолнухи, которые, блин, замораживаются. Которые замораживаются у нас практически всегда и на постой. Выставим с тобой вот так вот. Сюда мину поставим. Так, Дейзи. Нет, друзья мои, нам надо вот так вот сделать. Первый ряд, конечно же, из огненных горохострелов. И мины. Мины должны быть вот здесь вот. Что-то, по-моему, не то немножко я сделал, да? По-корявому как-то. Да, по-корявому я тут сделал. Да куриц, ну. Хорошо, что они сразу сграют, быстро очень. Ну-ка, а если я вот так вот сделаю? Ну? Хорьки эти должны были сразу отдуплиться. С какого, блин, перепуга-то они тут успевают еще выжить? Лава-гуава, давай, выручай уж нас. Будь добра. Блин, и взорвалась, и... Ну-ка, мина, куда ты? Вот, хорошо, что ты туда это все бросила. Курицу, да, молодец. Курицу подбили. Лава-гуава опять. Подожди, а что? Вот, стой здесь. Начинает она мне тут химичить. Так. Да куда ты, ну, мина? Ну, господи, ну вот. Ну, совсем не туда, куда нужно, а? Совсем не туда. Дальше что? Вот здесь-то нам не хватает горохострела. Его уничтожили. Давай. Так. Смотри, контр летит. Ага, у меня здесь Дейзи куда-то исчезла. Да, у меня... Ну! Да ладно, блин. Ну ладно, сейчас взлетит тогда на воздух. Раз не хочет по-хорошему получать.
еще этот ураган, шторм. Смотри, вот здесь вот съедят, а? Съели. Засранцы, а? Посмотри. И опять же все подсолнухи у меня замороженные. Опять же все подсолнухи замороженные. Соответственно, мы с тобой теряем сразу энергию очень много. Съедает. Блин, я не знаю, как делать. Но получается, идеальной стратегии почему-то не получается. Смотрите, просто орды, с которыми фиг тут что сделаешь. Камыш, камыш, да, камыш может помочь нам. Камыш, так. Мы с вами проигрываем по очкам, ребята. Причем очень серьезно. Очень серьезно мы с вами проигрываем. Так, вроде бы застанили, да? Сколько там? 24 секунды остается. Наш оппонент нас переплевывает, как ты видишь. Ну, мы можем с тобой один, как говорится, откатик сделать. Нам буквально чуть-чуть не хватает, да? Вообще ничего нету, понимаешь? Ни энергии, ни шиша. Все-таки, наверное, нам придется... Подожди-ка. Блин, он, прикинь, на 100 очков меня... Да? Ну да, на 100 очков, ребята, он меня переплюнул. Он брал халапеньо. Хм. Слушай, а лужайка, она помогает против вот этих хорьков? А? Да, потратим с тобой. Интересно, она помогает или нет? Потому что я так думаю, может быть, нам с тобой лужайку взять? Ну, только каменную, конечно же. Сейчас проверим. Вот против курицы я знаю точно, что помогает. Но это против куриц. Так, давай тогда халапеньо. Они идут по центру все. Даже не знаю. Раз. Так, два. Может быть, нам не брать этот подсуд? Нет, надо. Или не надо. Так, Дейзи. Так, давай попробуем без Дейзи сейчас сыграть. Возьмем с тобой электрокамыш. Электрокамыш и вот эту вот лужайку шипастую. Поставим ее посередочке, да? Это предположим. И плюс ко всему прочему нам брать эту мину или не брать. Возьму. Ну что, друзья мои, попробуем еще разок. Ну, что ж поделаешь. Почему-то мне кажется, что это заведомо проигрышный вариант. Если быть на чистоту. Как-то меня не очень устраивает вот этот весь расклад. Плюс ко всему, ты не забывай, что здесь еще заморозка будет. И наш камыш может замерзать. Я же хотел сюда шипастую лужайку. А, можно так вот сделать, да? И все, что ли? Что? Это все, на что мне хватило. Ладно, давай смотреть. Ну, камыши понятно. Камыши здесь нормально работают. Вот, опять начинается, ребят, заморозка. Начинается заморозка, это черт, вот так. Ну вот как он, блин, пробежал? Кто мой камыш, блин, уничтожил? Я не понимаю. Он должен был работать здесь. Вы будете оттаивать. Электрокамыши заморожены и все. Теперь, ну, они ничего не могут сделать. Пока они оттают, тут 30 лет пройдет. Так, ну-ка давай. Так, с собой расплодим это все дело. Давай еще шипастую лужайку, наверное, влепим, да? Слушай, ну она помогает. Правда, эти барсуки со всех сторон лезут. Абсолютно со всех сторон. Серьезно, да? Трындец какой-то. Никак не могу здесь подобрать идеальную просто, как бы так сказать, идеальную стратегию. Не могу.
Все равно как чего-то где-то, блин, не хватает. С камышами, по-моему, даже еще хуже получается, чем у нас до этого было. О, фига-то, вы заморозили мне здесь все. Шипы. Шипы, кстати, когда замороженные, тоже ничего не... О, 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 нет, 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 нет. А что я тут сделаю? Да абсолютно ничего не могу сделать. Так вот есть столько. Какой-то бред. Какой-то бред у нас получается вообще намного-намного хуже у нас здесь выходит с тобой. С этими камышами завязался тоже. Только зазря получается. Да уничтожим его, блин, тут надоел уже тут бомбить все. Ломает нам. Не-не-не-не. Это дурацкий вариант. С Дейзи как-то было получше. Согласись. Дейзи хотя бы их останавливала. А тут вообще у нас с тобой... Ну ты смотри, что происходит. Просто вот полюбуйся. Энергии нету. Мы с тобой энергию получаем только лишь... Опять меня туда обставили. Опять мы тут сфейлились. На 2000, да? Почти на 3. Нет, будем с тобой все-таки применять сторожку. У меня есть еще? Есть еще один шанс. А этих-то и перчаток хватает. Перчаток, блин, не хватает. Через 3 часа только лишь будет возможность. Да, друзья мои, так, на втором месте. Но это все фигня, что на втором месте. Значит, электрокамыш замораживается, все, это сразу труба. Картошку здесь нельзя брать, да? То есть я размораживать не могу ничего. Плохо, интересно, а Пенни Пурсует у нас с тобой обновилась или нет? Нет, друзья мои, все как было, так и осталось. Эти пройти уровни я не могу, я пытался. Там чересчур сложно. Для меня это чересчур сложно. Да, наверное, и все пока. Хотя, подожди-ка, я сейчас кое-куда гляну. Могу ли я... А, можно, можно. Так что поехали с тобой на один уровень, где я хочу, друзья мои, подкачать маленько своих доисторических вот этих вот растений. В данный момент мне нужен подсолнух. Правда, почему-то именно подсолнух мне не выпадает. Дикий вот этот вот. Выпадает в основном орех каменный и вот этот чудик, горохострел. И здесь, кстати, тоже очень жестко. А расслабляться не дают. Здесь на одних динозаврах все настроено. Поэтому очень, так сказать, щепетильно. Ну, попробуем. По две пиньяты. Так, там три пиньяты, да, по два растения в каждой. То есть 6 растений мы можем с тобой получить. Слушай, они поменяли, ребята, здесь кое-что. Видишь, у меня уже грибок в маске Джейсона. Раньше я мог здесь сам, по-моему, выбирать. А теперь фиг, теперь какие-то грибы дают мне. Началось. Все поменялось, короче, абсолютно все. Все стало по-другому. Сейчас еще динозавры побегут, блин. У меня здесь был кто? До этого. Кого мне давали? А, чудик, который из-под земли бомбил. Да-да-да, именно он и был. Так, ну что, мне тут без горохострела, наверное, не обойтись. Это еще динозавров пока нету. Ну давай, давай, давай. Вот сюда последний выставляем. И нам нужно их бомбить. Так, вот, первый пошел. А тут уже орда бежит. Ладно, сюда поставим мину. Ты будешь их отталкивать или нет? Слишком зря я сюда поставил. Нам надо было вот на этот ряд выставлять. Потому что я второго, по крайней мере, сюда поставить не смогу. А они должны быть здесь у нас. Так, собирается волна, да, бежать?
Сейчас будет бежать волна. Так, тихо, 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 динозаврик. Поработай-ка на меня, пожалуйста. Ага. Потащил. Сюда поставим мину. Мину, наверное, мы с тобой вот так вот задублируем. Так, грибы подросли, такие здоровые. Маньячилы просто какие-то. Так, идет, да? Горохострел, давай сюда. Почему не могу выстрелить-то? Блин, орех. Сейчас съедят здесь и пробегут. Ну-ка, давай вот так вот хотя бы прикроемся, наверное, маленечко с тобой. А вон, ребят, еще один динозавр появился. А этот сейчас будет сбрасывать, да? Иди отсюда. Так, приворожить его надо. Так, удобрение нам дали. Ты их бомби хвостом, правильно, вот так вот. Уничтожай своих же. Так, здесь еще одного чудика нам сбросят сейчас на голову. Блин. Как же ты не вовремя здесь появился, а? Грибочек, ты будешь у нас это... Отходить, ты мне нужен, ты видишь, что тут творится? Чего там, не хватает энергии, да? Так. И отталкиваем этих всех гаденышей куда-нибудь подальше. Так, а это последняя волна получается, да? Ну да, это последняя волна. Тут мы им миночки подготовим. Давай, со спины бомбить. Так, спасибо за горшочек с растением. Выстрел сюда этого. А, правильно, вот так вот его отталкивай. Он нам здесь не нужен. Блин, что сделать-то? Да ничего не будем делать. Вот так вот просто сделаем. Это все равно последние зомби у нас. Эти сейчас взорвутся. Ну, а этих мы с тобой просто расстреляем. Да, поменялось. Сегодня я немножко рассчитывал на старые варианты игры. Когда, ну, у меня все уже проверено, подготовлено было, да. Я хотел показать, но тут, видишь, все поменялось. Так что, друзья мои, ну что ж, зарабатываем пиньяту. С ареной, конечно, сложновато, блин. Вот именно с ареной. Эти бегуны плюс хорьки. Да хорош, я уже понял. Ну что ты... Давай пиньяту, посмотрим. Так, ну 100 монет. Ага, опять орех. И опять мина. Ну вот об этом я и говорю. А мне нужно, ребята. Оу, бонусом мне дали 5 карточек на мортиру яблочную. Ну только мортиры-то у меня нету, понимаешь? Она донатная, ее надо покупать за реальные деньги, а я не хочу этого делать. Ну что, пойдем дальше, наверное, бомбить. Награды-то мы с тобой можем получить здесь. Так. Получили гемы. 2 штуки. Так, здесь сколько? Ага, 5 штук. И конфетки с тобой заработали. Ивент. Кстати, ивент, по ходу дела, тоже обновился. Надо глянуть, кстати, здесь что-то другое абсолютно. Ну-ка, посмотрим. Раньше у нас был Дикий Запад, который я терпеть не мог. А здесь что-то новенькое. Ах ты, будущее, да? Будущее, значит, у нас. Так, что мы можем с тобой взять? Тут летающие есть, соответственно, сразу берем клевер. Так, вот эти вот зомби паршивые. Возьму орех. Возьму орех, возьму, наверное, уменьшатор плюс Дейзи. Не знаю, нужен ли нам вот этот вот зомби. Так, ну подсолнухи, не забываем про подсолнух. Так. Ага, чтобы отрубать их, нам нужен будет персик. И, так, у нас есть с тобой дорожка шипастая, которую мы можем использовать. Ладно, давай, поехали. Как ты думаешь, будут у нас тут с тобой шансы на победу?
посмотрим. Ну, по крайней мере, это первое испытание. Оно всегда должно быть простеньким. Ну, а вот дальше уже, да, дальше будет интересно. Так, мина. Мину лучше вот сюда вначале поставить. Так, мину мы поставим. И плюс орех. Давай сделаем так. Как только летающие ребята у нас появятся, мы сразу их будем уничтожать по возможности. Сдувать. Ну что вы там, бедный мой орех, кромсаете, а? А вот и летуны, друзья мои. Вот они, летунчики. Естественно, надо будет их сейчас сдуть. Пошли прочь. А этих надо будет нам с собой так вот отключить. И, соответственно, ставим Дейзи. Нет. Не надо вот этих вот голодранцев. Тихо. Так, мина, пожалуйста, сработай-ка. Так, опять летающие, а? Так, ну эту машину можно отрубить. Воу-воу-воу-воу. Тихо, Гаргантюа, что ли, там бежит? Или мне показалось? Нет, ребят, мне не показалось. Бежит. Так, попробуем. Смотри, что творит, а? Давай так сделаем. Так, орех. Этих вырубим. Отлично. Летающие есть? Есть. Сразу их сдуваем. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, родные мои. Блин, где клевер-то? Вот он, клевер. Сдуть их всех к ядрене фени, конечно же. Да хорош тут свою орду, блин, выставлять. Мина, давай. Уменьшатор, срабатывай. Орех выставляем. Дальше что? Дейзи. Дейзи, конечно же, нужно. Ломаем их там. Всех. Так, предположим, здесь будет мина стоять. Летающих я пока не вижу. Ну, так, вижу летающий один. Маленький, вот он. Неприметный. Так, уменьшатор. Уменьшишь? Уменьшишь. Уже что-то. Так, давай его вот так вот отключим. Ну, я думаю, что Дейзи его расстреляет. Фух. Ну что, ребят, вроде бы как стратегия нормально работает здесь. По крайней мере. Я не знаю, что бы у меня здесь было бы без вот этих вот шипастых лужей, как бы все это проходило бы дело. Думаю, было бы плохо нам. Ну, первое испытание прошли, так уж и быть. Давайте мне, что там? А, я же забыл, мы с тобой, я думал, пиньяты мы разыграем, конечно. Поехали, дальше глянем, что у нас будет во втором испытании. Ну ведь не зря же вот это вот все здесь дают, согласись. О, ё-моё. Тут по любасику нужен будет клевер. Эта вот тачка выставляет летунов. Так, защитник, это все, конечно, хорошо. Мину, блин, мину, уменьшатор. Катапульта у нас сумеречная под удобрением, да? Абрикосик. Так, клевер. Так, подсолнух нам нужен. Нам нужен с тобой будет подсолнух. Где он, ё-моё? Так, Дейзи возьмем и подсолнух. Слушай, может быть, нам взять с тобой лаву гуаву, а, кстати? Как ты думаешь? Я не могу понять, что мне не дают... Мне недоступны подсолнухи, что ли? Эй! Точно. В плане, я должен задвинуть... Блин, ну началось, а? Началось. Как? Как нам тогда быть с тобой здесь? Да ёпрст, это я не знаю. Мина. Твою ж налево. Ху,
Хурикали, что ли, взять? Ну, давай возьмем его. И... Так, без ореха это, конечно, будет нам тоже плоховато. Если толкунчик только взять. Толкунчик. Или же зомби. Нет, зомби-то, блин, нет, не серьезно. Орех. Давай лаву голову возьмем. Все, ребят. Фух. Да. Подсолнухов нам нельзя здесь брать, да? Давай. Поставим с тобой Дейзи. Не знаю, может быть, мин нам сюда потыкать. И вот сюда вот еще, наверное, по Дейзику поставим. Все пока. Ребят, не знаю. Если у нас энергии здесь не будет прибывать, как мы будем тут с тобой драться? Я фиг знает. Сумеречная катапульта, давай, поехали, бомбим. Да, конечно, ага. Пошли прочь. Так, эти машины надо вырубать. Ну-ка еще давай выплеснем с тобой. Так, этот толкун идет еще, блин. Эй! Ничего себе, блин. Они перепрыгнули сзади, ты понял? Это опасно, ребят, вот так вот. Офигеть, я не знал, что они будут сзади выпрыгивать. Давайте, 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 родные мои, разбрасываем тут все и везде. Ну ты смотри, опять. Да как быть-то тут, а? Еще разок такая фигня будет, и, ребята, мы с вами сфейлимся. Давай, уменьшатор, срабатывай. Я не знаю. Так, это последний у нас, да, сейчас зомби будет? Так, ну отбились мы, короче, да, с тобой получается? Так, вот этот вот хорек остался последний. Ага, нет, еще вот, все, разбили мы их. Нет, нифига не разбили, вот, теперь да. Блин, ну тут, конечно, офигеть, они сбрасывали, как раз хорошо у нас были здесь... С тобой газонокосилки. А так бы они просто пошли бы и все. И мы бы проиграли бы. Ну что, давай глянем, что у нас в третьем этапе. У меня растения все кончаются, которые с удобрением, да, кончаются. И сейчас мы с тобой приплывем. Так, тут летающие. Опять же клевер. Ой, а тут, ребята, ха, тут мне выбора не дали. Тут вот наслаждайся тем, что есть. Трындец, блин, звездочку дали. Red Stinger. И что? И как вы это представляете? Да. Молодцы, додумались, блин. Так, ладно, пока этот зомби там идет, еле-еле, мы с тобой должны накопить хотя бы на стингеры. Давай, бомби по нему. Так, ну что, подсолнухи посадили. Стингер у меня тоже немножко прокачан, ребята. Но здесь, блин... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Здесь летающие. Блин, тут еще вот эти вот мощные, а. И как нам тут сделать? Ну, если я поставлю, предположим, здесь вот так вот. Внизу никого нету. Так, и наверху, блин. Вы серьезно, что ли? Придется так вначале сделать. Установка паршивая. Блин, я чувствую, этот гаденыш что-то пробежит. Ну дайте мне еще-то, блин, на растение-то, ну... Хотя бы на стингер, хотя он мне вряд ли тут поможет. Ну, хоть что-то.
Давай, 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 прожигай, прожигай. Прожгешь? Нет, хватит тебе мощей. Не хватило нифига ему мощей. Давай еще разок. Ну ты серьезно, что ли, блин, а? Еще тогда давай влупим. Обалдеть. А эти зомби галактические, по-моему, еще круче, да? Че, придется так делать? Другого варианта я пока не вижу. Кто там еще, блин? Шатун пришел, да? Пошли прочь отсюда. Поджигатель фигов. Явился, блин, не запылился. Ну-ка, вжарим в конце концов. Звездочка, помогай. Слушай, ты заколебал, а? Там еще один идет. Какой один? Их там два. Два здоровяка. Кибер сраные зомби, а? Солнух им не уничтожает только, а? Да мы даже вот этого не можем с тобой подбить, понимаешь? Вот, вот они тут сидят, жрут, блин, понимаешь ли? Опять тратить, что ли, финансы? Ну, этот не откидывается, да? Тот, значит, откинулся, а этот откидываться не собирается. Зато сжигает мне просто идеально растение. Ну ты дупличный или нет? По тебе столько там и звездочки бомбят. Тут как по тебе не штудируют. Ладно, ребят, пускай он проходит. Газонокосилка их уничтожит. Ядрени фени. Надоело на них любоваться. Надо же, того забомбили, а. А этот пройдет, да? На тебе орешек. Да, звездочки, конечно, слабоваты будут. Ну вот представь, это на третьем уровне. А что будет дальше? На четвертом, на пятом, на шестом, а на десятом? Я даже думать об этом не хочу. Просто посмотрим. Четвертый этап. Труба заворачивается уже. Оу. Что эти делают растения? Я не знаю, ребят, первый раз играю за них. Так, ну дают выбор хотя бы. Ладно, возьмем с тобой стручок этот отталкивающий. Грохострелы возьмем огненного. Так, мину, клевер. В обязательном порядке нужен клевер здесь. Что еще? Угу. Нам понадобится с тобой подсолнух. И ко всему прочему нужен будет абрикос или персик. Так, ну их мы будем вырубать, предположим, да? Можно заморозку, конечно, взять. Катапульты у меня... А, Дейзи возьмем с тобой. И последний, кто нам, наверное, понадобится, это... А кто нам последний понадобится здесь? Вишневая бомба? Давай возьмем с собой вишневую бомбу. Пум-пум-пум. Не знаю, что тут у нас сейчас выйдет с тобой. Ну, если мне дали вот этих вот растений, которых я должен защищать, будет, наверное, жестко. Будет офигенный наплыв. Что он хоть делает-то? По идее, должен, наверное, чем-то бросаться. Бегут мелкие упыреныши. Давай здесь мину поставим. В принципе, их можно вырубить.
Они что, бросаются какой-то лавой или что это? Что это за фигня такая? Объясни мне. Или там мед какой-то? Черт его знает. Что-то странное, короче. Ага. А на летающих бобы мои не работают, поэтому нам нужно с тобой их сдувать. Только лишь сдувать. У нас... А, они вроде как приклеиваются, что ли, или там... Не пойму, медленно передвигаются. Что-то с этим связано все. А раз медленно передвигается, значит, сейчас будет люто здесь. Да толкни ты их всех. Так, а ну-ка. На этих не срабатывает, да, на зомби? Понятно. Ну, давай вот так вот поджарим. Фасоль, оттолкни, пожалуйста, их подальше. Ты уже практически на пределе подходит. Так, ну-ка посмотрим, как вишня у нас работает. Работает идеально, вишенка. Так, мы с тобой, наверное, сделаем здесь дубли. Отлично. Так, летуны, куда вы тут идете? Отталкиваем все эти устройства, механизмы, которые нам тут мешают. И дублируем. Все равно нужны дейзики. Дейзики нужны. Давай, Дейзи, работайте. Блин, тут он... Ай-яй-яй. Нам поможет фасоль, которая их отталкивает, да? И вот так вот. Оп. Пускай пока не в отключке там лежат. И мы с тобой вот так еще. Блин, там у нас фасоль, я ее не увидел. Во. Замечательно. Так, давай сюда, наверное, поставим. Сейчас будет еще одна волна летающих, сдуваем. С этим вроде бы пока справляемся. Так, вот сюда нам. У нас вот здесь вот нету никого, да, в помощи. Что там зажужжало? Я думал, что что-то появилось. Но вроде бы как-то все пока тихо и мирно. Фасолька, ну-ка сработай. Нет, ребята, не все мирно. Там вон летающих чуть целая куча не прилетела. Давай дублируем с собой мины. Замечательно. Опять эти летуны, а? Давай-ка вот здесь вот попробуем поджарить. О-о-о-о, наверху. Наверху, друзья мои, проблемы. Видишь, сколько их там идет? Да где, блин, энергия? Дайте энергию-то мне маленечко. Придется взорвать их. Ах ты, один прорвался, но все равно мы его уничтожили. Блин, они вот эти вот зомби мощные. Если быть честным. Чем, как их уничтожить? Они сейчас, в принципе, их оттолкнут, да. Но здесь мины их поджидают, если что. Мы можем также сделать. Я так и не понял, что вот это вот растение делает. То ли их замедляет. Ну что вот оно, смотри. Бросает. По-моему, замедляет, да, все-таки. Да, мы с ним так будем долго. Все. Ладно, этот уровень был, ну, более-менее такой, относительно спокойный. Но опять же, что бы я делал здесь без фасолек, без наших и без горохострелов огненных, которые у меня сразу же идут под удобрением. Не прошел бы я, что бы тут было бы. Ну что, давай посмотрим, что нас поджидает. Погоди, куда меня постоянно выбрасывают? Дайте мне посмотреть дальше, что будет. На пятом, например, этапе. С каждым этапом все сложнее и сложнее только будет. Что там? Спасите солнечную бомбу? В плане. Какую, блин, солнечную бомбу я должен еще спасти? Так, летаю. О, так тут одни летуны. Значит, что мы с тобой сделаем? Одни летуны и вот эта вот фигня, да? Эту фигню мы будем с тобой вырубать. Ну, а летунов? А, понял.
клевер мне нельзя, да? Угу. Что тогда делать, если клевер нам нельзя? Может быть, крокодила? Твою ж налево. Бумеранг, может быть, взять. Возьму бумеранг. Защитники мне не помогут, только против этих. Так. Лазербин тогда возьмем с тобой. Возьму уменьшатор. Дейзи возьму. Тут будет, я чувствую, тут будет очень много летающих, поэтому надо как-то противовоздушные эти, противовоздушная оборона какая-то должна быть. А кто у нас противовоздушный? Ну, в принципе, Бонг Чой неплохо дерется, да, против летающих. Ну, вот этот какой-то меня смущает. Что-то он больно крутой. Больно крутой. Редиску, что ли, взять, а? Она в четыре стороны бомбит. Или Стингера. Или арбуз, он замедляет. Да, но он и стоит фигеть сколько. Подожди, без подсолнуха-то куда я соберусь? Блин, а тут еще и подсолнуха не дают. Хе. Здоровски. Давай так, наверное, сделаем. Поехали. Не знаю. Не знаю, что у нас тут получится. Что? А, тут вот как. Твою ж налево, если бы я знал, что здесь будет. Ах, ладно. Забираем. Идут, да? Идут голодранцы. Да дуплись ты уже, а. Да ну, хорош. Ты хочешь сказать, что ты не подобьешь его? Подбил, молодец. Чего? Да ну, блин. Фигня полнейшая. Ну, вызывать придется. А чего такое-то, блин? Фига они с... летят, блин, со скоростью света. О-о-о-о-о-о-о, друзья мои. Так, а как я тут успею? Я не знаю. Ну это же нереально. Я без понятия, как быть. Ну вот сейчас этот пролетит, и нам крышка. А он пролетит. Да ну, какая-то фигня. Они там еле летят, я сдуть их не могу. Не знаю, ребят. Повторим. Обязательно вот на каком-то уровне просто встрянешь конкретно. Что мне тут брать? Сталью, что ли? Замедляшку? Единственное, что я могу себе позволить, это замедляшку. Давай. Где ты? Так он же ее пролетит. Кактус. Ну, как вариант, можно и кактус взять. Не кактус, а этот чертополох. Ну, он же опять же стоит энергию. Я не знаю, ребят, попробуем. Попробуем вот так вот. Больше просто... А, надо еще взять кого-то, да? Кого хочешь, бери. Все равно без разницы, абсолютно. Поехали. Все на этих энергиях закручено. Эта энергия будет выпадать, как обычно, там, где нам не нужно. Ладно, пока собираем с тобой. Сталь хоть... Да, она работает, ребят.
Как вы меня достали, а? Несчастный зомби. Ну правильно, давай, давай сразу же этих. Ну а чё, почему бы нет? Почему бы нет? Твою ж налево. Понятно. Ну вон эти, бегут. Разогнались. Ну идите вы отсюда, а. Давай, 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 давай. Оп. Я вообще-то хотел взорвать, а не подобрать. Ну. Ну нафига вот так вот делать, а? Не понимаю. Дуплистый. А тут-то пройдет, блин. Тут вот, ребята, пролетел зомбарь. Достало, на самом деле. Эти испытания просто, блин, порой ну, невозможно пройти и все, и хоть ты тут тресни. Как я должен контролировать всех? Тут либо энергию, блин, собирай, либо взрывай. Все, другого тебе ничего не дает. Нет, конечно, если бы у меня был бы, например, та же самая кукуруза под ультой, да? Ну, ты понимаешь, я бы просто ставил бы одну, она бы всех станила. В этот момент можно было бы спокойно собирать энергию или их уничтожать. Но не в данном эпизоде, где отбивайся как хочешь. Так, ладно, зайду на огород, посмотрю, что мы там с тобой потратили. И, в конце концов, посадим новые растения. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Давай, высаживаем. Ну, зачем вот мне две ромашки, например? Ну, зачем они мне? Ни к селу, ни к городу. Ну, деньги дадут. Ну что, ребятульки, на этом будем, наверное, завершать сегодняшнюю серию, да? Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!